Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Vikingson ol. Call of Duty 2 oyuna davam edirik. İndi baxaq görə bu dəfə bizi nələr gözləyir, nələr olur. Bu dəfə Liviyadayıq. Ливия, 1943 год. Британские танки Crusader уже второй год несут службу в североафриканской пустыне. Танковая война в пустыне оказалась трудной для обеих сторон. Облака песка и пыли, которые поднимаются в воздух при движении техники, значительно ухудшают видимость в бою. Передвижение по песчаным дюнам также затруднено. На просторах ливийской пустыни слишком мало различимых ориентиров. Пушки крусейдеров менее дальнобойны по сравнению с немецкими. Из-за этого союзники вынуждены применять опасную тактику быстрых массированных ударов. Внимание! Ганцы впереди за холмом! Джентльмены, вы знаете, что делать! Фрицы стреляют дальше нас! Нам нужно быстро вступить в ближний бой! Идем к линам! Как подойдем поближе! Отбежаем людям и бей их! Ах, мунди, нине, джем. Автоматик вырубил. Hələ ki gedirik. Махна бах, да? Как шкырыр сам. Отбили!
Ко мне! Повторяю! Все к пункту Сьюзи! Молодцы, парни! Ромель сегодня так крепко получил! Он этого еще долго не забудет! Я горжусь вами, ребята! Belə belə işlər, getdik. Yaxşı, elə olsun. Üzerine sürdüm. Yox eləyirik də hamısını. Nəsə, boş verin, hə? Bura gedək. Əmində bunu bura getməliyəm.
Kime orası değil. Aradan biraz. Dayan da bir. Geç geç geç. Geçenk, geçti ya bunda. Növbəti misiya. Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. Огонь!
Все. Ганимет götürdük. Kim istifadə edirlər, salar уже всё, да. Табымыз bağlanar. Время побегать, парни. Проверьте боезапас и не разбегайтесь. Hələ qrupları bizə Əməli başda pusu deyir. Oy. Sus da ola bildik də Tomis. Макгрегор, прикрывай тыл. Уничтожать всех врагов позади нас. Так точно, сэр. Считайте, что уже сделано.
мало! Мы чертовы трупы, если останемся тут! Чертовы трупы, убейте меня! Продолжайте двигаться в точку сбора, давайте! Поздно, Макгрегор! Мы должны добраться до точки сбора! Дэвид, пошли! Гансы сзади! Я преподам этим ублюдкам урок! Забудь, Макгрегор! Точка сбора впереди! Нас окружат, если мы останемся здесь! Двигайтесь! Давайте, это последний грузовик! Надо выбираться отсюда! Сюда! Грузовика мири. Давай, тез олун. Кашмалыйы бурдан. Пошли на точку сбора бригады, парни. Об этот городок мы еще вернем. Сесна бах, та сен жаны. Сержант Симит, да бар орда. Не? Ала бит даян. Липтон дия сой ат гердим, эле бил. Да, не вдер вурма была. Кешир автомата эши. Dayanın da ala, dayanın da ala. Sizi ben. Belki bunu götürüyorum. Truppe im Ernst!
Дай мне курить! На не. Опа. Танклар geldi. Оо, kaçtı. Да. Бәхтим гетерди я. Винтовка да пистия. Бо оюнду хеч. Ama real hayatta istifade eləsəz, yəni həqiqətən də güclü silahdır. Его!
Дэвид! Это палец мечети! Давай паузу! Niyə axı buranı? Başqa yer tapa bilmirdiniz. Zəfər bizim diye. Yaşı, hara gedək indi? Немецкие солдаты! Сразу возле бочек! Впереди! Раненые! Солдат!
Япон силаха гетрек. Эгетен ди японларын силаха оқшыры. Тип 99-у нэди? Güclüdür ya. Zarafat eləmirəm. Bir dənə də bunu götürək. Odop. Ana xəbərdir day. Это эффективно, Юрия. Граната, берегись!
лап. Яхшы дие. Samolyotları vurmak oldukça çetindi. Neler geldiler alalım. Neyse, menden bu kadar. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın, kanala abunə olun, like atın, davamı gələcək.